В жопу интро, приступим. И всем привет, дорогие друзья! Сегодня продолжаем проходить Downlight, а именно режим Hellright, или как он там? А, Hellright. Короче, хрен с ним с названием, мне не особо важно нам. Но мы продолжаем, в общем, идем теперь мы, как я понимаю, за вторым ключом. Так, здесь у нас что-то отравлено. Здесь у нас пацаны, пацаны в принципе обычные, пацаны в принципе не сильные. Что-то особое мне, сука, лапы свои не распускай, да? Какой мудос он на меня замахнулся. О, двоих одним ударом, нормально так. С них иногда аптечка, кстати, о, когда я подбираю аптечку, мне сразу хилит. Так что нормально это у нас. Так, здесь у нас что-нибудь есть? Мы не задыхаемся? Нет, мы не задыхаемся. Так, вот он, ладно. Так, бегуны сейчас не посваливаются, а то это будет жопа, если посваливаются. Так, что это было? Ух ты, какой там, посмотри на него. Не, ну вы это видели? Охерело, стопом. Чувствуешь, воздух едва не искрится от злобы. Конечно, чувствую, я чуть не охренел. Какой он резкий, сука, как понос. Выскочил, блядь, еще и кинул свою херню в меня. Не, ну разве так можно делать? Еб твою душу. Так и обосраться можно, случайно. Так, ладно, пока мы просто открываем. Пока мы спокойно идем. Так, ладно, здесь оболванчики. Здесь просто много ботов. Так, ладно, здесь что там? Я не прочитал, сука. Так, ладно. О, с одного удара, заебись. Так, там бежал? Нет, не бежал. Давайте с этими болванчиками сперва. Да ты, что ж ты делаешь, ты? Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Так, я понял. А почему я упал? А почему я упал? Я не понял вот это вот. А ты что меня? Ты меня сбивать будешь? Заебись. Так, ладно. Так, мне нужен клинок, судя по всему. Еще хапнем зелье. Так, серию отдаем. Отступаем. Все, зарезали. Зашибись. Так, этому бальвальчику, в принципе, один хэд. И все, так, его обыщем. Из него 85 выпало, так что нормально так. В принципе, он не помеха. Его нужно быстро гасить и все. Ема, я здесь уровень боя прокачиваю. Так, ладно. Заберем. Куда пойдем? Давайте пойдемте по комнатам пошаримся. А где у нас что по комнатам шарится? Подожди, я запись запустил? Да, я запись запустил. А то это было бы неприятно, если бы я не запустил. Так, ладно, так. Зелье выносливости. Так, положи. Положи обратно. Так. Клинки, они не так уж и важны для нас, в принципе-то. Так. Ё-моё, есть пояснительная бригада? Может, тоже проходил? Люци, хорошо. Почему меня штормит, когда он говорит что-то? Меня в этой части напрягает то, что меня начало штормить. Знаете, мне это вот вообще не нравится. Так, ладно, пойдем. Тебе сразу дадим. Пиздюлей. Чтоб ты не мешался больше. А то они как обычно будут самый не вовремя, самый неподходящий момент. Будут что делать правильно? Путаться под ногами. Это нам нахрен не нужно. Так, сундучок. Зелье выносливости. Так, а здесь а можно отравиться? Типа, знаете, иногда же бывает такое в играх. Когда перепьешь зелье, тебя начинает херачить. Так.
Он подо мной, да? Но я не хочу прыгать, я сперва вверх, весь верх обшмонаю. А потом уже... Так, все, в принципе, вверх я весь обшмонал. А потом уже спокойно снизу зайду туда. Так, все, ему, в принципе, один хэдшот. Так, что это? Понял, бегут козлы. Козлы бегут. Ай, а кто меня укусил? Ай-яй-яй, так нельзя. Пацаны, пацаны, в крысу нельзя, в крысу нехорошо. Уйди ты в жопу. Да как? Так, я понял, теперь ты каждый раз будешь с ними приходить, да? Ну, погнали, пацан. Так, убегаем. Так, валим, 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 валим. У нас зелье выносливости кончилось. Все. Минус, в принципе. Какие они душные, посмотри на них. Сука, еще не со всех выпадает-то. А че этот огонь загорелся? А вы что, издеваетесь? Да пошли вы нахрен, а? Еще и скелеты бегут. Так, теперь нам нужно бежать. А че их так много-то? Твою ж, же ж медь. У меня еще и клинок сломался. Да ё-моё. Ай-яй-яй-яй, душа, 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 душа. Так, наверное, на скелетах я зря топор трачу. И, в принципе, я думаю, можно вот этим вот, вот отлупить. Нормально, я, в принципе, сношу их так. Там один где-то заблудился. Я надеюсь, не опять этот здоровый. Не, скелет лох, в принципе. Все нормально, мы опять апнули силу. Так, что это у нас? Использовать оружие более эффективно, оружие ближнего боя. Сохраняет дольше прочность. Мощный удар, так. Нет, нам нужно вот это вот. Чтоб оно просто было прочнее. Камень. Так, ладно, клинок я сломал, это херово. Меч разбойника разломали. 240, вот это вот нахрен нам не нужно. 200, так, 255. 5 монет. Давайте вот этот поставим. 353, в принципе. Ага, зловещий скипетр, у этого сколько? 265. 907, так, ладно, пока мисс, пойдемте. Так, я думаю, нам, в принципе, нечего искать, да? Так, пока мисс. Деактивируем, так сказать. Все, вот этот вот мы активируем. Ага. Так. Мне сейчас оружие хорошее, а не ваше. Бритвы всякие. Да, кислинная фляга, взрывающаяся фляга. Сука. О. Зелье силы. Нормально. Конечно, мало толку, но все же ладно. Пойдемте в дверь все-таки. Три сундука. Может, здесь хоть оружие будет? Так, ладно. Возьмем на всякий случай, пока у нас с оружием беда. Во, меч разбойника. Ну а что ты не хочешь его открывать? Я не понял. Так, где меч разбойника? Ох, какой у него урон. 350, 350. Вместо вот этого давайте поставим. А этот мы вот так разберем. 258 тоже, в принципе, 245 вообще не нужен. Этот поставим просто напоследок. Ну-ка, головолом. Сколько у него урон? 440. 353 прочность. Давайте вместо вот этого, который 16 поставим. У него урон 440 даже будет поболя. Вот этот вот оставим, пока мы на сильных.
А зашибись, ладно, идем дальше. Идем. Так, это овощи. Это овощи, это овощи. Все, красиво дали. Красивый хэндшот всегда приветствуется. Все, собираем, облутываем их. Так, я отсюда хер знает с каким уровнем силы выйду. Наверное, так. Я так понимаю, нам нужно типа открыть вот эту дверь. Там какой-то сундучок светится. Так, это что у нас? Это на той стороне. Это у нас что? Расчленитель. Покамесь возьмем. Покамесь у нас дефицит оружия. Ну и что ты будешь делать? Может, ты его откроешь все-таки? Ну, может, ты сделаешь одолжение и откроешь его? Ну, может, ты... Сука, ладно, давайте я вас отпиздошу. Зелье выносливости. Пусто. А почему он не хочет открывать твою душу? Разрабы, пофиксите это. Инвентарь заполнен покамесь. Так, ладно, нам нужно покамесь говно разобрать. 322. Вот это вот разобрать. Так, 322. У нас здесь что есть послабее? Нет, послабее ничего нету. Так, так. Вот это вот все-таки разберем. 322. Так, ладно, попробуем еще раз открыть этот ебаный сундук. Аллилуйя. Гнилок гнили. Зашибись. 12 монет. О, все, я так понимаю, это последний этап. Так, бегуны. Ты какой? Посмотри на него. Сейчас я вот так сделаю этот. Все, что ли? Один гнилой ему дозвон и все? А я думал там... А, еще один гнилой ему дозвон. В принципе, не так страшно. Так, мне надо выносливость отхилить. Ты, сука, я только выносливость отхилил. Мудозвон несчастный. Я только выносливость восстановил. Какую выносливость? Только хпшки восстановил, мутазвон обратно их снял. Вот мудак несчастный. Чтоб его, блин. Нехороший, неуважаемый человек. Так, здесь у нас подъем наверх. Здесь у нас одна эта. Так, это вот так. Но дверь все еще закрыта. Так, давайте первый этаж полностью облутаем для красоты. Для красоты душевной. На первом этаже нам больше нечего лутать. Ну, пойдемте наверх. Бля, как скелеты налетели, охренели. Еще кидаться вздумал в меня. Вообще охренел. В доску просто. Так, нам нужно полностью второй этаж облутать. Обрыскать. Там у нас ничего нету. Вот, сундучок есть. Зелье силы. Зелье силы у нас хорошо, то, что оно в достатке. Сильным, так сказать, будем.
Здесь у нас ничего нету. Блин, мне звуки так не нравятся. Фу. Ай. А что он стал? Зелье выносливости. Подожди, мне вот эти вот вообще нахрен не нужны. Где эта кислотная фляга? Все нормально. Так, пока мы возьмем оружие посильнее. Чтоб он сдох вот так. Хоть зачем-то, знаете, пригодится. Второй камень уже близко. Да подожди, я вот этого вот хочу вывести. А может, ты сдохнешь? Я так понимаю, он вообще плевать хотел, да? Так, зелье выносливости давайте. Зелье скорости. Вот, зелье скорости поменяем. Ой, что это я сделал? А, ладно, зелье выносливости. А, вот она, оглушающая фляга. А, все, понял. Так, ладно. Понял. Да как так-то? Угу. Все, запарил уже он. То есть, подождите, зелье выносливости, оно нам дает защиту, да? Так, ладно. Так, ладно, вот так надо делать. Все, нормально, 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 живем, пацаны. О. О, какую мощную. Ты, сука, не мешай лутаться. Так, давайте мы пока-нибудь посмотрим, у нас что там. Вот это вот 440 разберем. 902. Ты тоже разберем. Зелье выносливости. Так, пока-нибудь. Сука, мешал мне лутаться, козел несчастный. 350, 907, 902. Ну-ка, проверим мата твоего друга. В смысле? Что, серьезно? Нахрен какая-то хрень медленная. Зловещий скипетр. Так, ладно, у этого словещего скипетра 440 урона, у этого 353. 440, наверное, все-таки возьмем. На вот этот зловещий скипетр. Пусть лучше у нас новый будет свеженький. Так, ладно. Что мы здесь можем найти? Так, портал открытый был. Кислотная фляга. Я так понимаю, нам нужно сейчас наверх сходить. Хилочка.
козел это сделал. Что там? Понял. Так, этого щитоносца нужно сваливать. Сейчас пусть все пацаны поднимутся. Я с ними уже побазарю. Ты хрен или рычись, олень. Тоже мне здесь нашелся, блин, олень несчастный. Еле выносливости, оказывается, неплохая штука. Так, мне нужна аптечка. Аптечка, так. Сейчас мы сделаем вот так. Подожди. Итак, зелье скорости у нас есть. У нас кислотная фляга есть только так. Взрывающая фляга. О. Ты еще и защищаешься. Так нечестно, братан. Фу, блин. А ему похрен, да? А он прет как танк. И что мне подскажешь, что будет делать? Так, кислотная фляга есть. Сука, блядь, я с тебя-то кислоту зачем кидаю? Я не понимаю. Хрена я тут наморчишь. Так, ладно, у нас что осталось? Зелье силы. Так, у нас что там за оружие? Так, ладно. Да запрыгни. Все? Фу, блин. Больше понтов от тебя, чем дело. Так, ладно, соберем пока мы все. Так, дверь открыли. Так, собрать что есть? Есть что собирать? Здесь нечего, я наверху. Сука. Опять эти бегут. Так, уйди. У тебя руки нету. Хуя ты умный. Ты тоже умный, да, я смотрю? Ух ты, еще и огненный. Так, минус. А здесь у нас что? Так, ладно. Так, зловещее что-то там. А, я понял, что я открыл. Так, минус два скелета. Минус еще один. Так, пока мне что-то не надо тратить, мне оно нравится.
А вот этот вот зловещий свиток, он не особо и нравится то. Так, ладно. Как назвать выпуск? Зелье скорости, зелье силы у нас только есть. Так, зелье выносливости нужно взять. Все. Пока месь. А, что, да? Зелье это выносливости другое? В принципе, зелье неплохая вещь. Нормально. То, что нужно. Так, мне нужно хорошее оружие. Я чувствую, скоро будет босс. Пока мне ничего хорошего мне не дают. Ой, расчленитель. 385, херня. Тоже херня. Так, этого мудака. А, ну в принципе здесь он. Ух ты, блин, а вот это вот я не заметил. Так, кстати, навыки. Это что у нас? Ваше тело становится еще крепче. Вот этот покупаем навык. Пока мисс, вот этот вот нужен нам. Так, награда за следующий, так. Угу. Подожди, а как я могу забрать? Вот Хилтран, допустим, зашел. А как я могу забрать-то? А вот хрен его знает как. Разрабы, видимо, не хотят, чтобы их собирали. Второй ключ. Что у нас? Гнилой клинок. Хорошо, почти все. Люци. Так, заберите второй ключ камень. Так. Мы случаем сатану не освободим. А то вот реально есть такое предчувствие. Так. Уже светильники душ, блин, пошли. Опа, она. Так, зелье выносливости хряпаем. И понеслась, дорогая. Минус. Не даем ему акклиматизироваться. Все, нормально. Все, хорошо, с двух ног залетели. Все, отлично. Зелье силы, зелье выносливости. Расчленитель. Так, взрывающийся факел. Это мы сделали отлично. Меч разбойника. Так, что там по характеристикам у меча разбойника? 495, довольно-таки неплохо. 350-353. Давайте вот это вот разберем. Расчленителя 385. Так что вот это тоже разберем. Зловещий скипетр 437, понял. Сундук в сундуке, пацаны, поняли, да? Это гениально. В большом сундуке прятать маленький сундук. Лучше не придумаешь. Не, ну вообще режим прикольный. Только что там, как по мне, он уже немножко затянулся. И уже охота туда пройти. Так. Раз, двух ног. Да нет, вроде бы один. Я и без выносливости его смогу вынести. Так, в сокровищнице лежат не только драгоценности. Найди меня. Нахрен ты мне нужен? Понятно. Понятно. Так, нам нужно зелье выносливости выпить.
Так, ты у нас там фаерболчик, да? Ух ты, там магма. Мы, походу, реально в ад спускаемся. Пацаны, мы реально в ад идем. Твою ж душу. Ай, я запутался. Пьем зелье. У нас сейчас еще оружие сломается, вообще зашибись будет. Так, мне нужно сменить оружие на меч разбойника. Ух ты, блин. Так. Пьем баночку. Ты... Так, пьем. Все, минус. Так, ладно. Пока мы живем. Живем пока мы. Зловещий скипетр, нормально. Пацан вообще нормально. Так, нам пока мисс уже что? Ой, жалко, жалко. Меч разбойника, у него 600 была альфа, а у этого 440. Пока мисс на вот этого, так, у этого меча 495. Ладно, вот так сделаем. В любом случае 907, 400. Ну, давайте вот этот оставим. Так, я видел здесь сундук. Козел. Закрысить меня еще решил. Ладно, так, у него гнилой клинок, какой он сам. Отмахнулся, пипец, такой умный. Так, эта дверь у нас закрыта, да? И нам нужно на первый этаж. Так, здесь у нас магма. Как? Подожди. А, вот она лестница. О, зелье. Зелье выносливости. Кислотная фляга. Так, у нас что там? У нас есть кислотная фляга, зелье силы. Взрывающаяся фляга. Так, зелье выносливости. А у нас есть зелье скорости, оглушающая фляга. Херня, короче, нету. Нет у нас больше легендарного ничего. Так, вот он. Сейчас я к нему подхожу и опять да. Успею? Сука, ты зачем помешал мне, козел? Пьем. И херачим, враж. Идем. Пьем другую баночку. Суки. Ой, что это было? Ага. Опять? Не опять, а снова, да? А, это сверху они были. Надо.
Так, все нормально. Скелета сломали. Новый уровень в Хелдране у нас. Так, Хелдран. Ну и где? Блять, сколько ж лута с них? Расчленитель. И весь лут из них хрень. Так, легендарный. Вот этот вот можно взять, скипетр. Так, ладно, пойдемте, не будем тянуть. Нам надо наверх. Ням-ням. Так, в принципе, давайте сразу... Ой, у меня есть зловещий скипетр. Так, вот этот нужно разобрать сразу, он нам нахрен не нужен. Тоже на зловещий скипетр, теперь у этого сломанный. Это вот так, зелье скорости. Оглушаю, зелье выносливости. О, зелье силы, так. Зелье выносливости, взрывающаяся фляга. Давайте вот этот вот. Меч, сука, он тоже сломанный. Так, ладно, я расстроился. Но пойдемте дальше. Так, а где наша награда, я не понял. Так, все, с этими не сложно было. Так, зелье хила нам нужно. Нам нужно зелье хила. О, сундуки. Так, взрывающаяся фляга. Гнило, гнили. Таки-т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 аки. Здесь у нас ничего нету. О, третий ключ. Ага, третий ключ. Так. Разместить три ключа. Ну, давайте. Так, а почему он не разместился? Мне кажется, сейчас пиздец будет. Пришло время главного испытания. Так, ну-ка, что по времени? Может, на следующий выпуск оставлю. Так, ладно. Так, ладно, 38 минут в этом выпуске пройдем. Да подожди ты, да я землю выпью. Давай, пей птичку. И что делают, посмотри, да? Не дают, не вдохнуть, не пернуть. Так, ладно, отойти надо. Так, два скелетона. О. А, типа у меня дверь открылась сюда. И отсюда они все повалили, да? Так, навыки, это что такое? Так, необходимо, так, нанесите урон одному и тому же врагу несколько раз последствия ударом. Усилит вас каждый атак, помогает при сражении с громилами, разрушителями и другими. Во! Так, инвентарь. Этот у нас что, 244, 385, сука, у нас все хуйня. Так, еще два мудозвона. Зелье выносливости.
Сейчас нам все нужно. Фу, блин, еще и громила пошел, да? Блять, огненные много снимают. Так, а что у нас здесь? А, здесь просто открываешь портал и все. Типа можно зайти еще и полутаться, да? Фиолетовые. Ну давай не делай мозги, пожалуйста, а. Ой. Так, что у нас головолом? У нас меч разбойника, так этот у нас сломается. Давайте головолом возьмем вместо вот этого. Пришло, блин, время главного испытания, козел. Так, давай бегаем по кругу. Да ты можешь сдохнешь, а? А, у меня оружие сломалось, понятно. Так, давайте разберем. Клинок гнили разберем. Так. У нас что этот? Головолом 638, так. Блять, его тоже надо разобрать. Этого за еще скипера. Тоже разберем. Черти доставучие. Какой, сука, огненный скелет, вот эти твари у нас пиздец. Так, где сейчас сундуки должны быть? Надо резко лутать. Пусто, твою душу. Зловещий скипетр. Кто? Так, подожди. Нет, не зелье выносливости. Нет, все-таки зелье выносливости нужно.
Так, надо свалить, хилку взять. А, ну в принципе, здесь олени, хотел сказать я. Да я ж отошел за твою ж душу. Так, надо встать. Так, надо отойти. Нужно убежать. Так, твою ж мать. Да я ж просто убегал. Ладно, это было еле-еле. Но мы, думаю, справились. Гуд, хорошо. Возвращайся в ад. В смысле в ад? Чё, охренел? Головолом, сломался. Так, на... Блять. Почему нет скоростного оружия? Зловещий скипетр. Разобраться, чё с сокровищницей? Я надеюсь, это все. Потому что я что-то пусто. Пусто. Чего тут Бэм-мен-нецах? В смысле? А, он типа меня выпускает. Посмотрите на него, какой он важный. Так, чего? Так, найдите камеру. Какую камеру? Это было... А чего, еще не все, типа, да? У меня уже уровень силы, блин, 9. Так, это что у нас? Ну-ка. Так, чтобы... Так, ладно. Это у нас что? А, подробно. Так, давайте вот этот вот. Все-таки покупаем навык. Найдите... До тебя и другали пробраться в ад, но они были намного слабее тебя. А, вот было же. Так, ладно, звонок. Пожалуй, на этом закончим. Спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь. Пока. Here we go.